Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чегер Аут, а это прослушка. Сегодня мы слушаем новый EP от Ливана Горозия, который получил название «Шторм». На обложке он предстал перед нами в образе Чарльза Бронсона. Если не знаете, кто это преступник, в общем, известный. Почитайте или посмотрите замечательный фильм с Томом Харди в главной роли. Вот. Представил EP, три трека. «Дичь», «Шторм» и «Лев». Давайте начнем слушать. Прям сразу по порядку, я думаю. Очень-очень интересно заинтриговал Ливан. Это, может, подогрев такой перед альбомом, не знаю. Ну, поехали, давайте слушаем. Ты свой спич называешь рэпом, это дичь. Мы на стиле с пацанами, а твой стиль бич. Я немного другое ждал, но, в принципе, ты втираешь дичь, ты втираешь это тоже круто. Динь-динь-динь, звонят колокола. Я врываюсь к вам кальяною с дымящим косяком. Она плавает, услышав мои песни Посейдон. Со мной русский и казах, украинец, белорус. Это уличный стилек, это мать его союз. Yeah. Ты свой спич называешь рэпом, это дичь. Что значит стиль бич? Бич как бомж? Или бич по-английски как сука? Бичевский стиль, может? Ну, неплохо, неплохо. Строки адресованы кому-то, какому-то хейтеру, будто. Нравится музло. Да, мне кажется, здесь Нел приложил руку вообще ко всем трем. Может, я ошибаюсь, конечно. Но было бы круто, да. Так, «Шторм». Я обнулился до того, как это стало мейнстримом. Я провалился прям в гостиную ко всем этим прямым. Амбассадор удара спала, они видят мой стиль. И кричат красава, все, кто на меня катил. Вас ждет расправа, лучше лихо не буди. Мое время настало. Мощно. Шторм. Кажется, надвигается шторм. Шторм. Кочевая тема. Такое наслаждение есть какое-то. Рад слышать того старого Ливана. Правда, сейчас это уже Ливан Горозия. Нормально, нравится музыка, нравится флоу. Так, ну и последний трек, «Лев». Брось что-то, я не пример. Брось что-то, заледенел. Так тихо родился мэн. Шоу бизнес и диссидент. Но писать нет дисселей. Это типа, чё, дрил? Я олдбой, я топбой. Блин, офигенно вообще. Эту песню допинг для улиц. Наверх только проснулись. Не рэп-гад, не рэмбранд, не рэмбо. Вне чартов, вне тусы, вне трендов. Брось что-то, я не пример. Брось что-то, заледенел. Именем без имени, на левый движ нет времени. Тут ангелы, тут демоны, тут в банке деньги делаем. Паф-паф, smoke joint, magic, what's going? Stay focused, настроен, got break, бесспорен. Паф-паф, smoke joint, magic, what's going? Ху-ху-ху! Пример, бро, что ты заведенел. Неплохо, неплохо. Лев на улицу, лисы в день. Кэш на улице, кэш на улице каждый день. Воу! Короче, эпишка, она как типа с самых низов, тоже там было три трека, и они более-менее похожи были по стилю. Это «Ясен пень» ближе по звучанию, то, что сейчас в тренде, особенно «Лев». Как мне кажется, может, я ошибаюсь. Вообще все, это сразу можно себе добавить однозначно. И гонять в плеере, понятное дело, было то, что
В основном, как сказать, вот в первом особенно, это вот, ну, прям послание кому-то, да, какому-то типа хейтеру, как мне показалось. Да, блин, не знаю. Короче, по текстам все, в принципе, было понятно, ожидаемо, то, что вот после ухода Black Star, вот все, что происходило, и его мысли какие-то, они здесь. Готов разрывать, ждем с нетерпением, но мне кажется, все-таки альбом будет немного в другом звучании, судя по синглам, которые выходили. А может, он будет вообще разноплановый, и там будет и такое, типа, в принципе, имеет место быть. Не знаю, пишите ваши впечатления, комментарии по этому поводу, что думаете по поводу этой эпишки. В комменты ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!